Дорогие друзья, всем большой привет! Мы едем сегодня в замечательное место – живописное ущелье в горах Иудейской пустыни под названием Эйн-Прат. Ущелье находится буквально в нескольких минутах езды от нашего дома. Мы едем сейчас по нашему поселку Альмон-Анатот, который был образован в 1982 году. Где мы уже живем почти 6 лет. И население этого поселка примерно 1500 человек. И кому интересно, вы можете посмотреть видео под названием «Поселок нашей мечты», где мы подробно рассказываем о поселке, где живем. Находится поселок примерно на высоте 502 метра над уровнем моря. И чтобы попасть в горный каньон Эйн-Прат или библейский Ефрат, нужно спуститься по извилистой серпантинной дороге. Вот по такой серпантинной дороге с восхитительными панорамными видами мы спускаемся в Национальный природный заповедник, находящийся в Управлении природы и парков Государства Израиль. Вход в парк платный, но вы нисколько не пожалеете, попав сюда. Ущелье Эйн-Прат находится на пересечении двух климатических зон – запада Средиземноморской и зоны Иудейской пустыни с востока. Такие уникальные природные условия создали удивительный оазис с определенной флорой и фауной. Я давно об этом мечтала. С тех самых пор, как моя соседка, старожил нашего поселка, сказала мне, завтра мы едем завтракать на источник. Потом искупаемся в бассейне. Что она сказала дальше, я уже не помню. Боже мой, как здорово! Источник, вода, шум воды, пение птиц, не знаю, шелест деревьев. И с тех пор я загорелась мечтой позавтракать у источника. И вот сегодня осуществляется моя мечта. Мы завтракаем у источника. К завтраку я сегодня утром испекла хлебушек. С некоторых пор хлеб стала печь сама. Сама вывела закваску. Кстати, закваска – это то, чего не должно находиться в холодильниках израильтян, евреев во время Песоха. Песох недавно у нас прошел. Как, собственно говоря, муки и злаковых. И связано это с тем, что когда евреи выходили из Египта, выходили они поспешно, и тесто еще не вскисло, и испекли хлеб из невскисшего теста. Доза строго ограничена, потому что когда я испекла свой первый хлебушек, мы с Пашей съели полностью его сразу за один присест. Что у нас сегодня еще есть? Оливки. У нас есть оливковое масло. Обо всем немножко мы потом расскажем о том, что у нас есть на столе. Есть авокадо, который мы тоже очень любим. И есть у нас еще вот такие интересные финики с начинкой. Итак, что же есть интересного за нашим столом? Затор галилейский, который обычно я употребляю следующим образом. Вот немножечко высыпаю вот так вот тарелочку, вы видите. И сверху поливаю оливковым маслом. Буквально просто вот заливаю вот так вот оливковым маслом. Залили. Теперь можно
размешать это дело ложечкой так чуть. Так, кстати, перемешали. Получилась вот такая вот интересная специя в оливковом масле. Красивого цвета. И Ларисин чудесный хлеб, который она сделала, так сказать, сама. Вот буквально отрываешь кусочек хлеба, макаешь в специю оливкового масла с затором. Получается просто прекрасно, вкусно. Это что-то чудесное. На свежем воздухе такую красоту. Ну вот и я уже тут подключилась. Подсоединилась. Кстати, об оливках, об оливковом масле, об оливковых деревьях. В Израиле это древнейшая культура, которая производилась здесь, можно, да, выращивалась здесь. Попробовать. Пожалуйста, оливки. Пробуй, да. Это, кстати, самый такой простой способ приготовления и один из, пожалуй, самых удачных и самых вкусных. А ты знаешь, что в этом году дерево оливу избрали национальным деревом Израиля? Да, и я еще слышал другое, что еще других два дерева. То есть первое, второе, это первое место оливковое. Оливковое второе дерево. Эвкалипт. Фаворский дуб. Кстати, ты вспомнил про эвкалипта. Вы знаете, что мы сидим в эвкалиптовой роще. И здесь потрясающий запах эвкалиптового масла идет. Вот повсюду. Да, и вот эти эвкалипты, спасибо англичанам. Они их насадили почти 100 лет назад, тогда, когда строили здесь насосную станцию. И вот спасибо им. Сбрасывает кору, правда? Это бесстыдница эвкалипта. Ну, эвкалипты, да-да-да. А третье дерево какое? Фаворский дуб второе. А третье дерево? Финиковая. Вы видите. Финиковая пальма. Финиковая пальма. Также древнейшее, древнейшее дерево. Кстати, вот эти, ты же помнишь, что эти два растения, это два священных растения Израиля, которыми, да, которыми Господь благословил святую землю. Вот, вот смотрите, какая интересная техника. Лариса уже рассказывала, я еще раз покажу вам. Внутрь, значит, вытащена косточка из финикового плода и добавлен грецкий орешек. А вчера я еще поимпровизировала. У нас осталось немножко недельной клубники. Что интересно, клубника продержалась целую неделю в холодильнике. Свежайшая была клубника. И я попробовала. Для меня это очень сладкий финик. Так я положила туда кисло-сладкую клубнику. Будем Лариса, пробовать. Чтобы получить такое количество масла оливкового, сколько нужно переработать оливок? Я знаю. Сколько? 5-7-8 килограмм. Потому что это экстра вирджин. Это самое, как бы, самое... лучший отжим, да? Самое лучшее, самое первое отжима. Так что оливковое дерево в этом году к 120-летию Национального фонда Израиля был проведен такой вот конкурс на национальное дерево. И почти 150 тысяч приняло участников в этом конкурсе. И вот оливковое дерево вышло на первое место. У нас в Израиле производится 15 тысяч тонн масла в год. Ничего себе. Да, и 24 тысячи тонн вот таких вот разнообразных оливок. Это, кстати, не так уж много. Вот. Израиль практически не экспортирует оливковое масло. Итак, на завтрак мы имеем с тобой оливки, финики с грецкими орехами, финики с клубникой. Это к чаю. Это чаю. Десерт. Я вижу бананы. Ну, бананы это так. Бананы, классика жанра, перекусить. Авокадо. Авокадо. Наверное, лимон для авокадо. Да, кстати, нож, надо нож достать, сейчас я принесу. Нож. Да не важно, потом. Кусну вот этот мой хрустящий хлеб. Так, а чаек у нас есть? Чаек? А как же? Нужно прям наливать его? Это вкусно. О, какой чаек замечательный. Я специально взяла не бьющиеся, вернее, бьющиеся стаканы, но я из других стаканов не могу. Только вот такие стеклянные прозрачные стаканы я люблю пить. Чай или... Напрасно было надеяться, что мы будем здесь одни. Национальный заповедник Эн-Прат очень популярен среди местных туристов-израильтян. Оливки. Это, собственно говоря, оливки у нас каждый день на столе, как и затор. Да? Это наши такие продукты, которые не покидают наш стол. Я хочу рассказать очень интересные несколько историй о том, как в Израиле, уже в современном государстве Израиль, наладили сельскохозяйственную культуру, производство финиковых пальм. Это было очень непросто. И идея вновь возродить финиковые пальмы на Святой Земле появилась где-то в 20-х годах в кибуце Кинерет возле Галилейского моря. И вот добровольцы, они занялись этой, можно сказать, нелегкой проблемой. Доставить саженцы
пальмовых деревьев сюда, в Израиль. Был такой энтузиаст Бен Цион Исраэли, и он ездил по арабским странам, в Египет, в Ирак, и привозил оттуда финики. Надо сказать, что это было национальное государство, национальное достояние этих государств, и совсем не просто было это вывезти. И он вывозил это тайно. Зачастую просто заворачивали финиковые эти отростки от финиковых пальм, детки, я бы так их назвала, они от ствола просто растут, вот, и заворачивали в ковры. И привозили таким вот образом. Чем был длиннее ковер, тем больше можно было туда завернуть таких вот отросточков. Десятки тысяч таких финиковых пальм были привезены за несколько десятков лет. И вот интересно, очень, в 1932 году он тоже поехал, по-моему, в Ирак с большими деньгами из Палестины для покупки ковров, персидских ковров. И в эти ковры, конечно же, заворачивали саженцы. И вот на таможне, да, он получил все-таки разрешение, но все эти разрешения, они были такие не совсем законные, можно сказать. И вот этот вывоз, конечно же, он боялся таможни. И вот одному из таможников приглянулся коверчик, он захотел просто его раскрыть и посмотреть. Представляете, какой страх, какое состояние испытали ребята наши, еврейские ребята, которые везли вот такой ценный-ценный гроз. Но как-то ковер оказался слишком длинный, и, в общем-то, до саженцев не дошли. В общем-то, пронесло. Саженцы довезли. Было еще очень интересное мероприятие в 1954 году, когда саженцы должны были перевезти через Суэцкий канал. В течение двух месяцев, не просто это все было, очень тяжело и сложно, прятали эти саженцы, и в течение двух месяцев они доставлялись. И в очень таком тяжелом состоянии привезли саженцы, но тем не менее все равно их высадили, и многие-многие из них прижились. Так что сейчас мы проезжаем вот среди Иорданской долины всегда, и огромное количество пальмовых плантаций, дальше в районе Мертвого моря. Как сложно, как тяжело было все-таки привезти эту культуру сюда, в страну, и, естественно, ее развести. Ну и вы помните, говорили в Амасаде, когда рассказывали о Амасаде, тоже пальме Мафусаил, который вырастен был из зернышка, сохранившегося в течение 2000 лет. Кому интересно, можете посмотреть тоже этот сюжет. Да, сюжет о Масаде интересный. Так что вот такие у нас сегодня продукты, можно сказать, исторические продукты, непростые. Частично библейские. Частично библейские продукты, да. Финики, пожалуйста, оливки, оливковое масло. Ну, авокадо, это уже как бы тоже всегда у нас на столе присутствует. Мы обожаем вот это вот. Сейчас мне пришлось его разломать, не нашли мы. Ножик, да. Пришлось разломать. Соль и... А вот, кстати, лимон мы не сможем разломать, так что лимон мы не полим. Да не надо, обычно без лимона, ничего страшного. Просто так, да, с ложкой, с солью тоже очень вкусно. Ну и хрустящий хлеб, который испекся сегодня утром, тоже просто потрясающий. Но завтрак, похоже, удался. Сегодня то солнце, то прохлада, то ветерок, но, в общем, потрясающая погода. Переменная облачность. Наше присутствие нисколько не мешало водным обитателям заповедника, вот этим крабам и рыбам, плавающим в чистейшей и прозрачной воде источника. Мы с удовольствием позавтракали и, наконец-таки, выполнив мою давнишнюю мечту, начинаем прогулку по заповеднику и приглашаем, конечно же, вас. Когда мы здесь в прошлом году были осенью, то пахло базиликом, а теперь пахнет или лимонницей, или мятой. Вот я пробираюсь сквозь чистейшие воды источника Эн-Прат, того самого Евфрата, на самом деле, который упоминается в Библии, потому что Евфрат великий, что Евфрат малый, который вот здесь в Иудейской пустыне, на иврите это одно и то же, Прат, Евфрат. Рядом с этим живописным ущельем находился город Анатот, родина пророка Иеремии. Пророк Иеремия жил в период с 650 по 570 годы до нашей эры, в сложное время, когда был разрушен первый Иерусалимский храм, и народ был угнан в вавилонское пленение. Эти восхитительные места, как и мы сейчас, видел пророк. В одной из этих скал Иеремия спрятал, по слову Господню, льняной пояс, который до этого носил на себе.
13 главе книги пророка Иеремии все очень символично. Пока евреи были близки к Богу, как близко был пояс к телу Иеремии, народ был славой Бога и украшением. А когда пояс был снят и положен в скалу, и через время Всевышний повелел пояс забрать, то пророк увидел, что пояс был испорчен и ни к чему не пригоден. А еще заповедник Эйн-Прат известен и популярен среди местных альпинистов. Вот на этой отвесной скале, которую вы сейчас видите, есть уже специально закрепленное кольцо захвата. И только на этом утесе разрешен подъем, но обязательно под руководством гида-инструктора с лицензией и в соответствии со всеми правилами предосторожности. По всей вероятности, этот пес уже не раз посетил ущелье заповедника вместе со своим хозяином-альпинистом и сейчас спокойно ждет и наблюдает за ним, пока тот не вернется. Скалы ущелья Эйн-Прат хранят в себе много природных пещер. Об одной из таких пещер есть очень интересная история, которую вы, конечно же, скоро услышите. Посмотрите, какие колоссальные объемы этой пещеры. Часть скалы буквально упала на другую, образовав вот такой проем, в котором я нахожусь. И невольно вспоминаешь здесь жития преподобного Харитона-исповедника, который подвязался в этих местах и нашел некую пещеру. Возможно, она была вот такого вида, а возможно, другого. Вот тут в соответствии с моим ростом можно видеть габариты, объемы этой пещеры. Посмотрите, какой колоссальный ее объем. Вот она тропинка к монастырю Харитона-исповедника. Преподобный Харитон основал эту обитель, это самая первая обитель здесь на Святой Земле, примерно в 330 году. Итак, настал черед захватывающей истории из жизни монаха Харитона. Здесь, в одной из больших пещер, прятали разбойники, промышлявшие по дорогам, награбленные сокровища. Сюда разбойники бросили монаха Харитона. Они схватили его по дороге в Иерусалим, но не найдя ничего ценного у нищего монаха, зачем-то оставили его в живых одного в пещере. Харитон горячо молился о своем спасении. В это время в пещеру заползла змея и отравила своим ядом один из сосудов с вином. Разбойники, вернувшись, выпили этого вина и отравились, а монах Харитон, раздав сокровища нищим и монастырям, оставался жить в этой пещере и основал здесь знаменитую Фаранскую лавру, первый монастырь в Иудейской пустыне. Сейчас я иду к самой большой пещере ущелья Эйн-Прат. Кто знает,
Может быть, именно в этой пещере те самые разбойники, схватившие Харитона исповедника, прятали свои сокровища. Вот здесь как раз по такой узкой тропе можно забраться в достаточно труднодоступную пещеру. То смотрите, как тяжело подниматься здесь. Вот почти надо иметь альпинистское снаряжение, так сказать. Но тем не менее мне удается. О! Вот так вот. Опа! Ой, ничего себе! Огромная пещера, но сокровищ Аладдина я здесь не вижу. Она совершенно пустая, но объемы достаточно, чтобы прятать сокровища. Практически это целая комната, в которой могут уместиться несколько человек. И вполне вероятно, что разбойники могли в том числе и здесь прятать свои сокровища. И в такую пещеру мог быть брошен Харитон-исповедник. Итак, мне удалось пробраться внутрь пещеры, предполагаемой пещеры разбойников. Посмотрите, какие колоссальные объемы. Вы знаете, здесь особый такой микроклимат. Сохраняется достаточно такой теплый, не холодный, не теплый воздух. И, вероятно, наверное, можно было бы здесь зимой прятаться довольно-таки удобно, а летом от жары прохладно скрываться. Вот, в общем, таких пещер, я полагаю, немало в этом ущелье. Естественно, люди в античности их использовали. А почему бы не использоваться? Не использовать их? Можно разжечь костер, можно укрыться от непогоды, от жары, от холода и так далее. Естественное укрытие. После ухода Византийской империи со Святой Земли монастырь постепенно в течение веков приходит в упадок. И только во второй половине 19 века усилиями русских монахов с крестовоздвиженского скита Святой горы Афон здесь был восстановлен скит. А уже в 20 веке его восстановила Русская Православная Церковь за границей. И монастырь действует здесь до сих пор. На этом видео за серой дверью с крестом в скале вы видите церковь на предположительном месте пещеры разбойников, прямо высоко в скале. Земля Израиля бесконечно разнообразна, многослойна и очень красочна. Сколько мест мы уже посетили и показали вам, и каждая из них неповторима. Все три ущелья – Кедронский поток с монастырем Святого Савы, ущелье Вади Кельт и монастырь Святого Георгия Хазевита и это ущелье Эйн-Прат – абсолютно разное в своем величии и красоте. Кто еще не посмотрел фильм «Монастырь иудейской пустыни», можете посмотреть, перейдя по ссылке сверху или по ссылке в описании ролика.
А рыб в этой чистейшей воде великое множество. Здесь и дамасские усачи, и каменные гольцы, встречающиеся в районе Галилейского моря, и присоски гари. А есть еще и аквариумные рыбы, зеленые меченосцы. Лягушек вы уже слышали, и крабов уже видели. Смотрите, какое удивительное место мы нашли для завершения нашего сюжета. Здесь буквально в огромном количестве плавают дамасские усачи. Невероятное количество. Это показатель чистейшей воды. И она на наших глазах, вот, например, мы изучаем Святую Землю, но первый раз с удивлением увидели, как бедная бабочка села на воду, и все, они ее съели за полминутки. За несколько секунд. Да. Что я хотел сказать, подводя итог нашего сюжета. Этот день был прекрасен во всех отношениях. Как и прекрасен наш Израиль, бесконечно разнообразен. И вы наверняка убеждаетесь вместе с нами каждый раз с каждым нашим сюжетом. Многие зрительницы мне пишут: Павел, да вы живете в раю. Действительно, я согласен абсолютно с вами. Когда спускаешься сюда, в Эн-Прат или древний источник Евфрат библейский, действительно есть ощущение вот того райского Эдема, когда рыба не боится абсолютно. Вот здесь вот она подплыла к нам, не стесняясь, как говорится. И мы хотим пожелать всем доброго здоровья, многолетия, успехов, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда их ждем, с удовольствием читаем. И когда нажимаете на колокольчик, там есть на все уведомления, тогда будете получать сообщения о новых видео. Хотим передать еще раз привет всем из Иудейской пустыни. Из прекрасного оазиса в пустыне, похожего на Эдемский сад. Также призываем, кто имеет возможность, становитесь спонсорами нашего канала. И всего хорошего. И благодарим тех, кто уже это сделал. Всего хорошего, всего доброго. И до встреч на следующей неделе. Еще очень важный момент. Чуть не забыли. Какой важный момент? Чем ты хочешь обрадовать наших зрителей, подписчиков? Да, мы открываем еще одну рубрику у нас на канале. Как она называется? Это будет рубрика называться... Видео под музыку. Да. Видео с Израиля, Святой Земли под музыку, в сопровождении музыки, без комментариев каких-либо. Часто вот люди хотят там на завтрак послушать музыку под какие-то красивые виды или посмотреть виды в сопровождении релаксирующей музыки. Им это важно, без всякой там нагрузки, да, текста и так далее. Ой, она ко мне опять села. И вот такой вот будет у нас, мы пока еще не решили, или в субботу вечером, или в воскресенье. Решим, мы дадим объявление в закладочке сообщества на нашем канале. И будет у нас таким образом увеличивается два сюжета. Обычный в четверг по вечерам, в 7 вечера, да, по иерусалимскому времени. И второй или в субботу, или в воскресенье мы решим и объявим вам уже точно, когда он будет. До следующих встреч. Всем привет, до следующих встреч.